А что вас конкретно интересует? Шарденов, Айтбаев? Зона. А вы знаете, я могу вам еще порекомендовать Никонова, Богачева. А, все хорошо, сейчас скину геолокацию. Как поживаешь? Опять пришел. Занят, да? Работает и хорошо. Продавать картиночки никому неизвестных художников. Я занят. У меня нет времени, мне надо работать. Никогда нет времени. В этом вся твоя проблема. Всю жизнь отдаешь себя работе. А? Вечные незаконченные дела. А знаешь, у меня тоже есть одно незаконченное дело. Я не могу поговорить с отцом. Может, выйдем, прогуляемся, проветришься немного, чай, кофе. А, простите, я забыл. Вы же любите что-нибудь покрепче. Да бросил я, сколько можно об этом говорить. Я знаю. Я шучу. Я даже знаю, почему ты не пьешь. А если бы даже мог бы прикоснуться к бутылке, тебя бы не взяло, не так ли? Не, ну баба, мы как будто из разных с тобой миров, а? А помнишь, как ты учил меня кататься на велосипеде, заботился обо мне, рассказывал сказки? Не помнишь? А знаешь, почему ты не помнишь? Потому что этого не было. Потому что все твои обещания были сказками. Прийти на выпускной, сходить со мной в кино, научить ловить рыбу. А в итоге ты просто погубил нас обоих. Ну хватит! Все, хватит! Это была случайность, я не виноват. Дорога была скользкой. Ха, дорога скользкая. О, теперь мне стало легче. Что это? Это боль. Пришло твое время. Ты пойдешь со мной. Yeah.